еще час кантоваться, но я думаю, минут 20, да, Юлек? Минут 20 где-то, да? Собственно, тебе показывать? Здрасте. Поздоровайся. Че ты там щуришь? Скажи привет. Все, больше я не показываю. Короче, вот он наш старый вагон. Этот вагон стоит на двоих 26 тысяч. Мы взяли СВ. Сдали плацкарт в минус 1300 и взяли СВ. Но это я захотел. Когда я брал плацкарт, не было СВ. Кто-то сдал, мы взяли. Кстати, посмотрел, мне кажется, вот этот... Ну, по внешнему виду видно, что он старый вагон, да? Такой, смотри, он погнутый. Вот. А вот тут довольно-таки свежий плацкарт. Но что-то мне неохота сутки и 10 часов ехать в плацкарт, честно. Поедем вдвоем. Кстати, чай раскрылся, ничего такое. За 90 рублей. Короче, мы уже в купе. В СВ. Света нету. Ну, сейчас поедем, дадут и отопление, наверное, дадут, надеюсь. Что-то как-то прохладненько. Сколько там время? 11 минут. Через 5. Все, мы поехали. Чу-чу. Скорость набирается. Это пакетик с едой. Сейчас будем кушать. Смотрите, какая красота теперь. У нас телека нет. Жаль. Там багаж, но багаж у нас один на двоих. Вот еще одно зеркало. Видно там зеркало? Свет включили. Через 5 минут как тронулись примерно. Едем. Так, у нас вот одну я уже стромбовал. Сейчас еще съем. Так, у нас тут индейка. Тут. Индейка. Нет. Из курицы. Это вот индейка. Тут сыр с зеленью. Свет, это мне сейчас перекусить. Сок пьем. Наша пятка. Доброе утро всем. Едем. Вон Юлька пахает. Кстати, вот сейчас я там походил, тут тепло. Да. Там вообще дубак. Да. Но мне, кстати, я под одеяло даже ни разу на ночь не снял. Котлетка. Завтрак. Не, я по завтраку выпил активию теплую. Фу, блядь. И печеньки фрутоняне съел пачку. Вжало. Бля, они такие офигенные. Прикольно. Пятое купе. Вот, собственно, шконка моя, шконка жены. Два зеркала. Не знаю зачем. Телека у нас нету. Там под багаж. Тут ящики под багаж. Тяжелые. Мы его просто кинули, потому что, мне кажется, не влезет. И легче было бы доставать. Есть розетки, но я не хочу тут заряжать. Не знаю. Ладно, это пропустим. Есть свет. Свет горит, когда мы едем, собственно. Радио, наверное, работает. Все проверим. Ага. Можно было не трогать. Не работает, понятно. И тут коридорчик. Единственное, что мне понравилось, ну, я вот так сниму себя.
туалет не био, а старый вот этот вот, на дорогу скидывающий, грубо говоря, так скажем. Зеркало крутое. Круты. Нету хранения никакого ящичка, ни крючка, ничего. Вот посмотрите, вообще ничего. Куда я должен вести? Ну вот, крючки вот эти для курток и все. И то с одной стороны, со второй нету. Ну это вообще не продумано, я считаю. Нужно больше полочек. Вот эта вот херня съедает место, блин, шконки. А она и так узкая. Мне кажется, уже, чем на плацкарте, не знаю. А так очень крутой поезд. Ну, в том плане, что вдвоем едешь, закрылся. Вообще классно. Не знаю, вот такое расположение кровати нормальное. А не как вот в люксе, вот один над другим. Ну, там можно, конечно, вдвоем лечь, но мучиться всю ночь на 90 сантиметров вдвоем, это круто. Классные виды, что с одной стороны, что с другой. Короче, тут был рис, ну видите, курочка такая тушеная, типа с капустой, помидорка одна порезана, огурчик, салат каждому. Ну и... Доброе утро. Мы уже скоро подъедем, уже Лазаревская давно проехали, где-то полчаса назад. Еще какая-то еще станция. Или может пропускаем кого? Скорее всего. А вот можешь кого? Море спокойно довольно-таки. Сейчас я зубы же почистил, и пошла у вас зубы чистить. Класс. Спасибо. Все, мы приехали сейчас. Будем из Сарафова. Ой, Сарафова, вокзал. Класс, да?